Друзья, всем привет. Вот мы без 15:07 утра вышли погулять веселую кошачьей гульбой. Ведь уже не реагируют, не шипят на маленького. Рудик. Он смотрит на них так снизко. Снизу за своего роста маленького. Кисюня. Давай, давай. Ступай, поросе. Меняется потихоньку цвет глаз у него. Тут была такая голубая, такая младенческая пелена, как что ли. А сейчас уже они такие становятся желтыми, что ли. А ну, кисюня. Покажи свои глазки. Вот так вот. Рудик. Рудик. Знает же, что он Рудик. Я его зову, несется через весь дом. Вот так. Комочек рыженький. Ну-ка, давай прогуливайся. Смотри, травка какая. Так, как он в клубнику полез. И тут они все следят. Сэм-то, ну, из травы вылез. Сэмик. Важная морда. В общем, все в сборе. Руди, так. Что ты там ищешь? Вот так вот. Вот такая у нас игрушка новая. Травка. Там сейчас жучки там летают всякие. Кисюня. А, трава мокрая в росе. Гляньте на Сэмину морду. Сэмик, что такой недовольный? Ухо опустило ж. Сэм. Внимательно за маленьким наблюдает. Это он тут такой медлительный. А в доме он носится, как сайгак. Да? Чего? Ну, желтенькие глазки становятся у него. Рудик. Вот так. Рудик. Ладно, друзья, погуляли немножко, будет. Все, друзья, Рудик пошел домой отдыхать. Тут Пуня сидит задумчивый. Пуня, привет. Привет. Маня. Пошли гулять. Сэмик. И Люся. В общем, весь котейник в сборе. Посмотрим, что у нас здесь. О. Листва большая. Есть завязи помидорок. Это поздние. Поздние помидоры. Пусть растут. На озере, как всегда, тихо, спокойно. Видите, то, кажется, палки. Вон, две штуки торчат. Это я вспомнил. Когда-то тут соседи пытались поселиться непутевые. Справа в доме, в заброшенном уже. Был когда-то жилой, когда мы приехали сюда. И вот они тут делали длинный помост такой. И это что от него осталось. Вода падает со страшной силой. От такой жары идет испарение сумасшедшее. И вот как она торчала, это получается где-то около 4 сантиметров вода упала за двое суток. Ужас. Ну, вода чистенькая. Маня пришла. Кися. Так, ну ладно, друзья. Пойду кофе пить. Знаете, как мужичок приходит к доктору. Говорит, доктор, вы знаете, у меня провалы в памяти.
И как давно? Что давно? Ну, провалы памяти. Какие провалы, доктор? Так, друзья, всем хорошего дня, мирного неба над головой, здоровья, благополучия. Всем пока.